Уважаемые коллеги, базовая идея проводившихся в последние годы многочисленных международных экономических конгрессов состояла в поиске новых траекторий развития экономики и общества в целом в условиях новых вызовов. Об этом сегодня сказал Александр Михайлович. Первоосновой осознания этих вызовов стало понимание определяющего характера технологической трансформации для формирования будущего человеческой цивилизации. Даже далеко не сторонники сугубо технократического подхода уже не могут не признать, что именно развитие знания, познания человека мира, своих потребностей и способов их удовлетворения, породивших научно-технический прогресс и индустриальный способ производства, технологические импульсы, именно все это порождает изменения, перерастающие на современном этапе в глубокую трансформацию нынешней парадигмы общественного развития. Как следует из гегелевской диалектики, накопление количественных изменений в системе неминуемо приводит к качественному скачку, к ее переходу в новое состояние. Именно такая картина в строгом соответствии с фундаментальными философскими закономерностями сложилась в современной социально-экономической и, шире сказать, общецивилизационной системе. Предметом анализа сегодня являются те изменения, которые мы, во-первых, имеем возможность наблюдать в экономике и в обществе, во-вторых, вопросы конструирования образа будущего экономического и социального устройства, а также, в-третьих, обсуждение инструментария бесконфликтной и эффективной трансформации к этому будущему состоянию, переходу к более справедливому и разумному, целесообразному обустройству жизни. Наверное, многие согласятся с тем, что сейчас мировая социально-экономическая система и ее слагаемая экономика, общество, человек находятся в глубоком и всеохватывающем кризисе. Намеренно расширяя взгляд на проблему, отмечу, что пандемия стала его триггером, но не причиной. Нынешний экономический кризис – лишь яркое проявление общего кризиса мировой социально-экономической системы. Он в полной мере затронул сложившуюся в настоящее время совокупность производственных отношений и экономических институтов. Рыночные механизмы саморегулирования все чаще дают сбои. Невидимая рука рынка чем дальше, тем больше указывает в сторону финансовых спекуляций и хищнического использования ресурсов, а не прогресса человеческих качеств и решения социальных проблем. Не лучше обстоит дело и с институтами государства и демократии. В одних странах подвергаются сомнению результаты выборов, в других эти результаты известны задолго до выборов и тому подобное. Свобода, с одной стороны, все чаще превращается в смесь вседозволенности с безразличием, а с другой попирается корпоративным, масс-медийным и идеологическим манипулированием. В очевидном кризисе находится мировые экономико-политические взаимодействия. Геоэкономическая конфигурация мира изменяется, но траектории этих изменений неопределенные и противоречивы. И едва ли не наиболее негативный момент – возрастают риски развития тенденций отчуждения человека от позитивных идейных и духовных ориентиров, взрывного роста социопатических проблем вследствие стремительного прихода цифрокоммуникативных виртуальных технологий, так называемой инфодемии, в неподготовленное к этому общество, конфликтогенности, агрессивности на межличностном, межстрановом уровне, межпоколенческого коммуникативного и социального разрыва, в результате чего деформируются категории прогресса, истины, добра, исторической правды, гендерных и семейных ценностей и тому подобное. Конечно, не стоит впадать в алармизм, но каждый из участников нашего форума уверен, чувствует как личность и признает как интеллектуал, что ситуация действительно крайне противоречива и чревата без нахождения пути разрешения этих противоречий немалыми, если не глобальными проблемами. И это, подчеркну, и практическая проблема, и теоретический вызов. Тем важнее, уважаемые коллеги, поиск и нахождение лежащих в пространстве науки решений, которые могут стать основой для выработки теоретически обоснованных, ответственных, стратегически выверенных шагов. Поэтому далеко не случайно именно в наше время глобальной трансформации нашей цивилизации, обусловленной переходом к новому состоянию общества, новому индустриальному обществу второго поколения, к новому мирохозяйственному укладу на базе технологий нового технологического уклада, научная общественность, бизнес-структуры и власти обращают свой взор к опыту научного осмысления, практик и теоретических концепций развития общества. В чем специфика сегодняшнего положения?
Ответ на этот вопрос требует анализа глубокой трансформации последних десятилетий и особенно проблемы исчерпания действующей экономической парадигмы удовлетворения общественных потребностей, генезиса тенденции на ноль как отличного от исключительно экономического способа удовлетворения реальных потребностей людей, проблемы опережающего устойчивого цивилизационного развития в этих условиях. Сегодняшний мир заслёстывает проблемы. Это бедность и нищета сотен миллионов, достигшие беспрецедентных размеров неравенства не только отдельных стран населения, но и целых стран в доступе к общественным благам, искусственное торможение развития человека, новые социокогнитивно-психологические проблемы драматического уровня, разрушение среды обитания и биоразнообразия природы, неустойчивость мировой экономики к шокам различных идеологий и многое другое. С усложнением глобальной экономической системы, связанным с не в последнюю очередь с наблюдаемым переходом к новому технологическому мирохозяйственному укладу, резко возрастает неопределенность будущего, хаотизация экономических отношений на всех уровнях. Все хуже просматриваются перспективы. Проблема устойчивости общественного развития стала настолько весомой и очевидной, что вызвала к жизни известные документы ООН по достижению целей устойчивого развития, множественные дискуссии различного уровня, от Давоса до Пекина, от саммита в Семерке до консультаций мировых лидеров. В то же время мировой уровень общественного производства, отражающий реалии и достижения современного НДП, позволяет уже сейчас приступить к решению большинства этих проблем. Однако, как показывает практика, при многих вербальных благопожеланиях и призывах ведущих акторов мировой политики и экономики, их решение ныне не продвигается темпами, достаточными для опережения темпов развития негативных следствий, осуществляемых человеком экономической деятельности. Это глобальное противоречие современности, и оно обостряется в ходе прогрессирования технологий при сохранении устаревающих, на глазах архаизирующихся экономических моделей, в рамках которых достижение технологического прогресса не служит разрешением понятных проблем, а скорее наоборот, чаще всего акселерирует их. В частности, в полной мере к таковым следует отнести определяющую нынешнюю ситуацию, господствующую в мире неолиберальную модель современной экономики, регрессирующую в направлении консерватизма с его фетишизацией рынка. Следует сказать, что многие специалисты давно говорят о необходимости отхода от однобокого видения модели человечества. Из важной ключевой сферы, которая создает материальные условия для жизнедеятельности людей, развития общества, современная экономика стала претендовать на определяющую роль в обществе, когда коммерциализация и финансиализация разрушают и деформируют те его сферы – культуру, искусство, образование, воспитание, здравоохранение, спорт, науку и так далее, которые по самой своей сути ограниченно коммерциализуемы, либо вообще не коммерциализуемы, без принципиальной деформации человеческого сознания. Эскалация этого противоречия в то же время, однако, чревата множественными, достаточно известными глобальными рисками. Однако негативное разрешение этого противоречия не безальтернативно. В недрах самого современного экономического способа удовлетворения потребностей прослеживаются тенденции перехода к иной форме обеспечения общественными благами. Исследуя долгосрочные перспективы развития, мы наблюдаем и тенденции согласованного достижения этих и более продвинутых целей через постепенную трансформацию экономического базиса экономики, придание ему знаний интенсивного характера, а социальным процессам более рационального, разумного, нового наполнения. Материальной основой этой грандиозной трансформации объективно является процесс технологического развития. Этот вечный двигатель общественного прогресса, однако, сегодня встроен в весьма неэффективную систему. Потенциал современных NBIX-технологий неисчерпаемо велик. Они могли бы двигать развитие общества вперед с ускорением ускорения, но существующие экономические отношения и институты тормозят общественный прогресс. И здесь было бы вполне уместно характеризовать ситуацию известным марксистским тезисом о том, что производственные отношения на определенном этапе могут становиться тормозом, оковами прогресса производительных сил, ну или следует добавить прогресса общественного развития. О каких главных, определяющих позитив общественного прогресса, трендах в развитии технологий мы можем поговорить в этой связи? Их много. Но сегодня мы выделим лишь три основные, фиксирующие объективные аспекты прогресса технологий на нынешнем этапе. Это превращение знаний в главный источник, ресурс и результат социально-экономического развития. Это транзит к шестому технологическому укладу и далее. Это возросшая зависимость всех основных результатов социального бытия от форм экономической организации до политического устройства и культурных императивов от технологического базиса.
Мощь современных технологий создает объективно востребованную возможность перезагрузки и позитивной трансформации всех сфер общественного производства, социально-экономических отношений и институтов. Каким в связи с этим может быть путь перехода к этому новому качеству общественного бытия? Этот путь формирует равнодействующее, говоря языком математики, четырех базовых векторов. Первый вектор касается материальных условий перехода. Технологический прогресс уже на уровне шестого уклада создает материальные базы для того, чтобы несимулятивные потребности человека удовлетворялись в полной мере. Даже сегодня в странах, где драйвером материального производства является пятый, пока даже еще не шестой технологический уклад, в основных отраслях материального производства, промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, занято всего лишь 20-25% работников. Между тем, это четверть всех работающих производит достаточно машин и оборудования, сельскохозяйственного сырья, транспортных услуг, чтобы полностью обеспечить потребности своих стран и еще экспортировать продукцию этих отраслей больше, чем импортировать. Человечество уже сейчас стоит на пороге движения к пространству, так называемого пространства по ту сторону материального производства. Но, подчеркну, не по ту сторону индустрии. Напротив, оно стоит на пороге движения к наиболее развитой индустрии, качественно иной индустрии. Индустрии, где человек выполняет лишь творческие функции, переложив остальное на систему машин. Поэтому, говоря о реиндустриализации, о развитии промышленного производства, его возрождении, мы говорим о том, что эти процессы должны происходить на новой технологической основе. Ключевым фактором и базовым ресурсом развития материального производства в современную эпоху становятся не природные ресурсы, не капитал или дешевый труд, как это было ранее, а знания. Новое знание, которое касается прежде всего новых технологий деятельности. Новое производство отличается от традиционного своей высокой знанием и интенсивностью, а производимый им продукт – высокой знанием и емкостью. Именно это становится базовым фактором, материальной основой и предпосылкой общественного прогресса. Второй вектор касается базисного механизма формирования и удовлетворения человеческих потребностей. Это постепенная трансформация преимущественно экономического способа удовлетворения потребностей в преимущественно неэкономический. Одно из принципиальных слагаемых этого процесса будущего, и даже, возможно, важнейшее, диффузия собственности, протекающая менее, так сказать, заметно, на фоне вполне очевидных тенденций концентрации капитала. Процессы формирования, преодолевающие границы института частной собственности, способу присвоения, распоряжения, использования собственности, дробления собственности, перенос прав частных элементов права собственности к акторам, эксплуатантам собственности, узурпация общественными институтами, особенно государством, элементов прав собственности в целях, отличных от цели владельца-собственника и тому подобное, известны давно. Но не меньшее значение имеют относительно новые по времени и новые по свойствам и глубине последствий тренды стремительного развития различных форм так называемого ассоциативного, совместного производства и потребления, организации не только экономической активности, но и, что еще более отличает эти тренды от традиционных, все более активных и, подчеркнем, востребованным обществом, что делает их объективными, форм организации пространства и рабочего, и все более увеличивающего свободного времени. Коворкинг, колиминг, каршеринг, краудсорсинг и краудфандинг в финансовой сфере, развитие вообще доступных сетей знания, постепенно снимающих границы интеллектуальной и частной собственности и тому подобное. Более того, входит в научный социофилософский словарь и социальный обиход понятие «отказ от собственности». При этом важно зафиксировать, речь идет уже по диффузии не частной собственности, а собственности как особого отношения института, равно как и соответствующие категории, выражающие наиболее существенные отношения действительности. И эти отношения не есть величина постоянная, они меняются в процессе общественного развития. Таким образом, изменения, происходящие с институтом собственности, обуславливают изменения экономических отношений в будущем. Если собственность как институт дефундирует, то редуцируются и утилитарные экономические отношения, уступая постепенно по мере эволюции место иным, не навязанным напрямую, а затем и косвенно, исключительно экономической логикой. И происходит это не потому, что некий субъект совершает политический, насильственный акт и экспроприирует экспроприатора, так сказать, да, а в силу объективного, от воли создания субъекта общества независящего процесса, в силу процесса прогресса технологий, приводящих к смене одного типа общественного производства и присвоения другим. Но только при условии движения по остальным векторам развития. Посмотрим на следующий, третий вектор. Он касается траектории общественной компоненты цивилизационного развития. Технологический прогресс
и диффузия собственности прокладывают дорогу социализации общества и развитию нового качества человека. Описанные выше процессы ведут к тому, что человек обретает, частью вынужденно, частью сознательно, все большую социальную ответственность, становясь все более социальным, все более культурным, признающим свою общественную миссию, включающую не только уже упомянутую ответственность, но и общественное признание, продвигаясь, так сказать, от зоо к ноу в отношении формирования своего поведения в обществе, бизнеса, в отношении формирования критериальной базы этого поведения, мотива нравственно-ценностного ядра. Здесь следует обратить внимание на оборотную сторону социализации человека. Социализирующийся, принимающий нормы общества, его установок, морали и тому подобное, то есть становящийся все более культурным, ответственным перед обществом человек, оказывает соответствующее, социализирующее воздействие на экономические, политические и общественные институты, внося в них собственные, порой отличные на конкретном этапе, представления и форматы бытия, раздвигает существующую критериальную базу, социализирует общество. Все более социализирующийся человек привносит в общественное бытие и в общественное сознание новые ценности и мотивы жизнедеятельности и поступков, трансформируя тем самым социополитико-экономические институты, делая их более ориентированными на новое развитие, на человека. Конечно, если будут прилагаться осмысленные, осознанные в своей безусловной необходимости усилия по формированию соответствующих идей и принципов их осуществления. И здесь важен вектор четвертый, касающийся идеологической, я не боюсь этого слова, идеологической платформы такого развития. Солидаризм как синергетический принцип взаимодействия индивидов, социальных групп, институтов, стран, народов. Подчеркну, современная модель экономики и общества основана на получении субъектом преимущества и выгоды для себя, на превалировании одного субъекта над другим. Это касается и людей в экономике, и стран. И все более востребованный учет интересов других субъектов приводит, и это ярко подчеркнула пандемия, все-таки к необходимости солидарного решения упомянутых хозяйственных и социальных вопросов. Понимание этого находит отражение, например, в концепции соконкуренции, в теории пяти конкурентных сил Майкла Портера, в ряде других научных идей. Этот намечающийся в теоретическом осмыслении мировой наукой консенсус подтверждает тезис о том, что солидаризм есть объективное условие выживания человеческой цивилизации и генезиса новой структуры общества. По сути, он является идейной платформой для перехода к его новому состоянию, цементирующим составом всей конструкции будущего общественного устройства. Более того, отметим, осознание этого приходит и к нам, в Россию, воплощаясь в идейный базис нашего развития. Поправкой Конституции России 2020 года солидаризм провозглашается в нашей стране на уровне Конституции, статья 75-1. Я процитирую. В Российской Федерации обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. Таким образом, названные выше четыре направления характеризуют не только компоненты, равнодействующие направления движения, но и одновременно источник, цель, механизм и средства нового развития. При этом важно отметить, такое направление развития на базисе преимущественно неэкономического механизма – это объективный процесс, зреющий в недрах современной экономической системы, который указывает на возможный, хотя и не единственный, безусловно, возможный, но оптимальный вариант решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Базисные тенденции новой индустриальной экономики ближайшего этапа объективно выстраиваются вокруг человека, его нужд, его реальных потребностей. Подчеркну особо, не симулятивных потребностей, навязываемых нынешней финансализированной глобальной экономикой. Эти тенденции, во-первых, не просто развитие знания, НТП, но применение его для решения реальных задач развития человека, его благополучия, образования, здоровья, активного долголетия и так далее. Во-вторых, это природосбережение, экология, среда обитания человека, возобновляемое ресурсное обеспечение хозяйственной деятельности и многое другое в этом отношении. Третья тенденция – этика, культура, ответственность социальных и межличностных отношений, ведение бизнеса, экономической и хозяйственной деятельности. Вот эти три, я бы сказал, глобальные, подчеркну, объективные и объективно необходимые тенденции поддерживаются и одновременно поддерживают упомянутые выше четыре фактора генезиса грядущего этапа общественного развития. Вот этот процесс, еще раз подчеркну, объективен.
он, если не случится глобальная бифуркация развития, способен привести к более устойчивому состоянию общества, в котором большинство упомянутых проблем нынешнего времени найдет свое разрешение. Но это, и это тоже надо жестко подчеркнуть, не значит, что данный процесс произойдет сам собой автоматически. Будет немало отклонений на этом пути, и многие из них как раз чреваты в нынешних условиях не просто сбоем развития, но глобальными проблемами. Именно поэтому без целенаправленных усилий по поддержке продвижения новой тенденции не обойтись. Нужна существенная корректировка курса, позволяющая разрешать глобальные противоречия на основе гуманистических целей развития. Нужна она и нашей стране. Для России, включенных в глобальные, мировые, геоэкономические, геополитические процессы, и на которые эти процессы оказывают обуславливающее ее развитие влияние, необходимы и целевые установки развития с учетом глобальных тенденций и определения соответствующей стратегии, как и рациональных способов ее реализации. Отметим, что практически весь постсоветский период наша страна развивалась без ясно обозначенной стратегии. Думаю, это осознавалось. Делались, надо отдать должное, попытки такую глобальную стратегию выработать. Это происходило, если помните, в 2017 году, в 2019 году. Но эти попытки, я думаю, в силу сложности решения данной задачи в условиях современной динамической и ускоряющейся в своих изменениях в этой динамике социально-экономической системы, не были доведены до реального результата. Планировалось вернуться к этой работе позже, но здесь будем объективны. Вмешалась пандемия, и задача была отложена. Однако теперь ситуация изменяется. Пандемия, смеем надеяться, под напором наших микробиологов, медиков, сознательных граждан постепенно отступает. Активно в России правительство, в кои-то веки, восстанавливается неплохими темпами экономика. При этом к данному моменту принят ряд важных для этой работы предварительных решений. Президентом России установлены цели национального развития, из которых можно понять, что мы в общем и целом намерены строить социально ориентированное общество с развитой экономикой нового технологического уклада. Есть многие подцели этих национальных целей. Есть национальные проекты. И немало отраслевых, региональных и прочих стратегий, в которых более-менее ясно обозначены пучки и пласты проблем, подлежащих разрешению, которые можно было бы учесть в рамках разработки общей государственной стратегии. Назрела таким образом и острая необходимость, и возможность выработки нашей главной стратегии, стратегии развития страны. И вот на этом я хочу сегодня, коллеги, остановиться подробно во втором блоке доклада. Думаю, наш форум – это то место, где озвучить и обсудить предлагаемые научным сообществом подходы особенно важно. Правительство России по поручению президента сейчас работает над проектом стратегии развития России. Не секрет. Горизонт стратегии 2035 год и, что называется, более отдаленная перспектива. Горизонт стратегии известен. Создано несколько рабочих групп. Анализируются варианты, механизмы, ресурсы. Определяются контуры направления, так сказать, главного удара. При этом важно, что тренд, намечающийся в целеполагании стратегии, мы это видим, весьма созвучен гуманистическим целям и подходам опережающего нового развития. Следуя призыву президента России включиться в конструктивную дискуссию по этой важнейшей проблеме, эксперты Вольного экономического общества России в тесном взаимодействии с подразделениями Российской академии наук также включились в эту работу, проведя сложное обсуждение и непростые, поверьте, непростые консультации. Отталкиваясь от обозначенной президентом системы национальных целей развития, отвечая на вызовы, фиксируя, что называется, что главная цель экономики – служить прогрессу человеческих качеств в парадигме не человек, трудовой ресурс для экономики, а экономика как средство развития человека. В принципиальной логике развертывания по траектории прогресс технологий, знание емкое производство, развитие культуры новых ценностей и общественных отношений, развитие личности. Ученые ориентируют вот по этой траектории, двигаясь, ориентируют на поддержку стратегии конкретных инициатив и проектов по ряду основных направлений. Назову некоторые из них. Первое направление. Человекоориентированная социальная модель развития. Здесь, в главном, представляется необходимым достижение абсолютно конкретных целей. Сегодня, несмотря на относительно успешный выход наш из первого шокового периода пандемии, мы должны учитывать накопленные нами проблемные зоны и негативные тенденции в социально-экономической сфере. Мы, к сожалению, постоянно отстаем. К примеру, возьмем ВВП по номиналу. ВВП США в 2013 году был больше российского в 7,3 раза. ВВП КНР в 4,2 раза. А по итогам 2020 года США нас опережает уже
14 раз, а Китай почти 10 раз. По ВВП, по ППС, кредит покупательный, за тот же период времени мы ушли с пятой позиции в мире на шестую, с приличным отставанием от перешедшей на пятую позицию Германии. Или по ВВП на душу населения, по номиналу. Мы с 13 года по 20 год перешли с 51 места в мире на 65. Нас в прошлом году уже обогнали Китай и Малайзия, тогда как еще в 13 году этот показатель у нас был выше китайского 2,2 раза, а малайзийского 1,5. В КНР продолжительность жизни достигла 77,4 года, а у нас в 2019 году сейчас 73,2 года этот показатель. Вообще, вот по итогам нынешнего года, 2020 года, так сказать, по предварительным данным, она вообще упала до 71,1 года. При этом известно, что наши китайские соседи, так вот, поступающие статистики, аналитики, если посмотреть, падение продолжительности жизни вообще не происходит. И разрыв этих показателей, что важно, растет, это важно видеть. Поэтому для нас крайне необходимо не просто приращение численных показателей в экономике, рост ВВП и так далее, так сказать, а усиление одновременно социальной компоненты развития. Среди очевидных целей здесь уменьшение малообеспеченного слоя населения и увеличение доли среднего класса. В числе мер должен быть не только сохранен достаточно обширный пласт традиционных, я даже сказал бы, радикально усиленных в этом смысле мер по снижению бедности, поддержки малообеспеченных, нуждающихся страт и социальных групп, но, к примеру, в рамках нового общественного договора императивная переориентация государства на человека-клиента. В этом ключе стоит поддержать идею введения на достаточно высоком уровне общероссийского стандарта услуг общественного бюджетного сектора, оплаты труда, при значимом повышении доли затрат на оплату труда в национальном продукте. Меры по снижению межрегиональной и межотраслевой дифференциации в оплате труда, внедрение системы социального казначейства, корректировка денежно-кредитной политики, меры налогового регулирования, уровня материального неравенства граждан. Второе направление. Это переход от отставания в научно-технологическом процессе, в прогрессе, к научно-технологическому прорыву, занятию лидирующих позиций в мировом инновационном и научно-техническом соперничестве, о чем говорил сегодня Александр Михайлович убедительно. Целевой ориентир здесь – удвоение темпов технологического развития и вхождение в 35-м году не в десятку, как предполагалось ранее, а, на наш взгляд, важно в пятерку мировых научно-технологических лидеров по базовым направлениям именно шестого технологического уклада. Важнейший инструмент в этом направлении – технологическое перевооружение индустриального сектора экономики и новая высокотехнологичная экономика. Агрессивное вложение, я бы так сказал, в инфраструктуру, цифровизация с упором на большие данные о гражданине, так называемое цифропрофилирование граждан и так далее. Особое внимание необходимо уделить поддержке и повышению уровня финансирования фундаментальной науки, которая не только формирует научный каркас НТП, но и прямо дает весомый, хотя и не всегда адекватно оцениваемый обществом, вклад в экономику и социальное самочувствие этого общества. Сейчас у нас траты на фундаментальные исследования не превышают 0,15% ВВП, 15 сотых. Тогда как у стран, с которыми конкурирует российская наука, как правило, они выше 2% ВВП. В то же время имплементация фундаментальных научных разработок – это основа развития современной экономики, ее отраслей, составляющая уже, собственно, суть описанных выше трансформации общественного развития. Возьмите, к примеру, открытие в исследовании нано- и гетероструктур. Космоса, принципов движения, связи телекоммуникации, философско-социологическом осмыслении процесса развития. И вы увидите, что вот это и есть современное общество. Результат того, что дала наука в предыдущие десятилетия. Пандемия подтвердила и жесточайшим образом необходимость исследований в сфере биомикромира, химии, биохимии, генетики, антропологии, биоценозов, медицины. Или, к примеру, до поры до времени не столь явной, скажем, посеминутной компоненте, но важной для человека исследования в сфере там, магнитных бурь, приводящих к немалым проблемам для значительной части людей, геоиндуцированных токов, возбуждаемых технологической системой при резких колебаниях геомагнитного поля, с их колоссальным и вполне ощутимым экономическим влиянием на работу энергетической транспортной системы. Примеры можно множить. В этих стенах их назовут сотни и тысячи. Об этом ярко сказал в своем выступлении Александр Михайлович. Подчеркнем это еще раз. Необходимо признать, в стратегии развития России должна быть, несомненно, учтена и эта задача. Кроме того, важно усилить и образовательную, и инновационную составляющую нашего продвижения в интеграции их с наукой.
Третье. Экологически ориентированное развитие и создание каркаса экономики природосбережения. Нобелевский лауреат по экономике и медицине Конрад Лоренц предупреждает, что мы, цитирую, «разучились правильно обходиться с живой природой, поскольку человеку проще в рамках своей деятельности иметь дело с тех процессами и тех устройствами, причиняя природе непоправимое зло». Вот это, коллеги, не просто важное заявление. Специалисты воспринимают такой подход как императив при определении стратегии деятельности. Для России это также сверхактуальная проблема. При этом, однако, нам важно учитывать наши экологические возможности и особенности российской экономики. Представляется, что в качестве приоритета нам целесообразно обозначить не только сокращение так называемого углеродного следа, но комплексное использование природных ресурсов при принятии и реализации высоких норм природосбережения в рамках концепции «чистый воздух», «чистая вода», «рациональное лесопользование», решение проблемы промышленных бытовых отходов и других при поддержке внедрения экологически чистых технологий в традиционной для России энергетике. Четвертое направление. Новая модель пространственного развития. Она направлена на подъем Срединной России и новый поворот на восток и к Арктике. Следует, безусловно, поддержать идеи, связанные с развитием дорог, в том числе новых высокоскоростных трансроссийских хорд, новых веток северного широтного хода и многих других проектов в этой области. По мнению ученых, они привлекательны не только экономически, но и имеют высокую стратегическую важность для повышения пространственной связности страны и коррелируют в то же время с задачами развития социально ориентированной экономики. Важен и еще один аспект этого блока проблем – создание новых уровней и механизмов территориального управления и финансирования регионального развития, постепенный пошаговый переход от нынешней практически полностью дотационной на нормальную систему финансирования, самоокупаемое самофинансирование и на этой основе самоуправление, формирование бюджетов, развитие регионов и территорий, перераспределение налогов и другие меры. Специалистам предлагаются меры по повышению комфортности среды обитания и жизнедеятельности людей, такие как программы «Умный город», «30-минутный город», «Инфраструктура села» и другие. На это надо обратить самое серьезное, на наш взгляд, внимание. Наконец, стратегия должна предусматривать развитие человека-гражданина, ответственной личности, человека высокой культуры и широкого кругозора, образованного и высокоморального, готового к солидарному решению общественных проблем. И это не благое пожелание, а также, коллеги, объективная необходимость. Уровень технологического развития современного общества таков, что без высокоответственного отношения к использованию его результатов человек может навлечь на себя неисчислимые проблемы, возможно, напрочь перечеркивающие любые экономические и социальные бенефиции от НТП и даже чреватые самоотрицанием человека. Необходима перенастройка человеческого сознания, повышение и уровня социализации общества, и уровня ответственности людей. Отсюда особое внимание институтам социального проектирования, образования, воспитания, в том числе через повышение доступа населения, особенно молодежи, к артефактам подлинной культуры, науки, объективной истории, знаниям в сфере общественных наук, созданием и расширением соответствующей материальной и социальной инфраструктуры. Важны также евразийский вектор нашего международного сотрудничества и многие другие направления. В целом, стратегия развития России, по мнению научно-экспертного сообщества, которое я представил, должна быть направлена на формирование привлекательной модели жизни своих граждан, на реализацию возможностей, а она есть, сбалансированного, устойчивого развития, обеспечивающего гармонизацию целей существенного прогресса в экономике, связанного с переходом к новому состоянию общества, с одновременным ростом человеческого богатства и природосбережения. В завершение зададимся вопросом. Почему мы считаем принципиально важным реализовать этот подход опережающего развития, ведущего к новому этапу жизни нашего общества? Ответим. Опережающее развитие нашего общества, причем именно в направлении нового, гуманитарного, социального благополучия, принципиально важно потому, что мы находимся в состоянии острейшей конкуренции за свое будущее с идейными и экономическими силами, навязывающими нам вторичность нашего существования, встраивающими нас в свой будущий мир в качестве подсобных рабочих и готовящими нам измельчание, а не развитие человека. Без солидарных усилий в этой могучей конкуренции, причем усилий, организованных на разумной и социально продвинутой платформе, нам не обойтись. Формирование такой платформы и создание условий для реализации решаемых на ее основе проблем, полагаем, собственно, и есть задача и нашей науки, и нашей национальной стратегии развития в условиях современных вызовов. Спасибо за внимание.